Школьников Хакасии могут досрочно отправить на зимние каникулы. Такой вариант рассматривают в правительстве республики. Окончательное решение примут в четверг на очередном заседании оперштаба. Столь жесткие профилактические меры связаны с обострением эпидситуации по ОРВИ. В регионе отмечают резкий всплеск заболеваемости среди детей. Дополнительные места открыли в детских инфекционных отделениях в Белоярской республиканской больнице. В общей сложности прибавили еще 45 коек. Последние дни серьезно возросла нагрузка и на службу скорой помощи. Количество вызовов к несовершеннолетним пациентам увеличилось в разы. К слову, это тогда, когда по ковиду наметилась положительная динамика. За минувшие сутки выявлено 152 новых случая. Выздоровление почти 500. Еще 8 человек скончались.